Ну что, парни, дайте огня, подеритесь! Вот это мы и ждали! И пошла жара! По туловищу его задача замедлить. Стоп! Это уже... Стоп! Стоп! Топ-тайм! Стоп! Время! Время! Бой! Стоп! Топ-тайм! Извиняюсь. Да. Стоп! 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 Головой аккуратнее! Стоп! Стоп! Время! Остается Чингис Хан Салбырын. Добро пожаловать в топ-дог. Пожали руки. Покажите красивый поединок. Удачи, мужчины. Стоп! 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 Разошлись. Работаем. Стоп! 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 Разошлись. Попал! Стоп!
Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Ой! Работаем! Стоп! 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 Не держим! Не держим! Время! Исаев по прозвищу Тандовский. Ну что ж, друзья, давайте смотреть. Иван Абрамов против Шарипа Шарипова. Иван очень техничный боец. Его стиль, его работа на ногах. И посмотрите. Пока что он ждет и смотрит, что будет. Есть право от Ивана. И зацепил еще левым боковым. Левый на скачке. Его здесь провожает соперника. Басмач ударом. Справа. Короткий был справа. Не давая себя поддавливать. Сам попытка зайти с двойки. И работа в клинче. Активная работа. Снова выжидают спортсмены. Хорошо сейчас попаду. Как вышел, да? Как вышел и как попал. Просто вынырнул. И вот здесь попытался Иван подхватить, но в хоккейном клинче старается максимально жестко отработать Шариф. Заканчивает, что у него тоже проходят его удары неплохо. И Рич раздергивает Иван очень тихо. И здорово. И есть сразу двойка вперед. Очень хорошая работа на ногах в исполнении Ивана. Ну, а отрабатывать по туловищу. Его задача замедлить. Это уже вот это точно лишнее. Это сразу будет предупреждение. Пока нет. Да. Здесь эмоции, понятное дело, перехлёстывают. Так, угол Ивана слишком недоволен. Могут. Решение принято. Точно совершенно. Решать вопросы нужно на голых кулаках. И вот прямо сейчас, пока отбивают нам 10 секунд. И вот мощная. Профессиональные бойцы сейчас. Пистолет драпует, не слышит гонг, разменивает. Поджимает Шариф. И снова коротенький справа от Ивана, да. Этот прям короткий, без замаха, очень точный по месту показывает. Давай по себе попадать. Но и самому бы не проваливаться, хорошая тоже. Вот это раз. Очень опасно. Оба подняли голову и запустили зеркальные атаки. Никто не отступает от выбранной тактики. И справа достает Иван очень неплохо. Справа, но тут голова соперника. Слышит, просто вперед и бьет. Зацепил сейчас Шариф левым боковым. И звучит финальный гонг. Болельщики домой. Иван Абрамов. Друг друга. Осторожный по боксерски. Вот хорошо. Неплохо. Попадает Руслан. Хорошая атака была. Пытают друг друга, пытаются до верного раза. И падает Максим. Это нокдаун. Тяжелейший нокдаун. И ох, как сложно. И уже, по-моему, начинает потихоньку праздновать победу Руслан, потому что, по-моему, Максим еще в себя
не пришел или все-таки пришел? Продолжает Максим, смотрим продолжение. И левая рука страшная у Руслана, конечно, и вот он заходит в серии, перекрывается Максим. Пожалуйста, соперник Руслан, и отбивается левым боковым. Жестко работает, у Сена Руслан пытается. Максим напротив собрался. Ну да, в начале раунда видно было, что тяжеловато было еще. Мы те самые шахматы, пытаются парни друг друга проверить. Поджал опять и Капа. Нет, на месте попадает справа Руслан, все-таки Капа вылетает. Ребят, на лице бойцов, они готовы показывать шоу на третьем раунде. Ну, раз уже повезло, разок. Где-то а вот сейчас снова левый. Тут нельзя, да, мне кажется. Останавливает сейчас двоечка от Максима Балу. Корпус! Видно было. Здорово. Вот это защита. Вот это классная оборона в исполнении Руслана. Приглашает соперника атаковать. Совсем мало времени остается, 30 секунд. Ну что, парни, дайте огня, подеритесь. Вот это мы и ждали. Левый сбоку! Побокстировали и хватит Дипшлана. Максим просто идет вперед с ударами. Очень хорошие ноги. Великолепная работа туловищем в защите от Руслана. Просто красавец. Руслан Алияров!